Специально для того, чтобы россияне не забывали писать друг другу письма и учились оригинально выражать свои мысли на бумаге, Почта России уже в 13-й раз проводит всероссийский престижный конкурс «Лучший урок письма». В нем могут принять участие ученики общеобразовательных учреждений и преподаватели. Гораздо меньше стало отправляться письменной корреспонденции частного характера, но сейчас, в данный момент, Почта России делает всевозможные акции, проводит, прилагает всевозможные усилия для того, чтобы не утерять вот этот вот, как мы с вами понимаем, дар, и гораздо приятнее получить письмо, написанное от руки, нежели получить его просто в виде смс-сообщения, либо же по электронной почте. А на сегодняшний день Почта России является организатором всероссийской акции «Лучший урок письма». Конкурс проходит по 14 номинациям, три из которых посвящены 70-летию Великой Победы. Работы по этой теме можно принести в отделение Ангарского почтамта до 24 февраля по адресу улица Чайковского, 62. Остальные письма принимаются до 1 июля текущего года.